И всем привет! Сегодня у нас первое новостное видео в 2020 году. Ну и, собственно, почему не было новостных видео? А потому что новостей не было. Сейчас SCS Software уже начинают свою работу. Ну и в блоге SCS появилась новая запись про 2020 год и их планы на этот год. Это начало нового и захватывающего года для SCS Software. Мы решили завершить 2019 год во время рождественского стрима с неожиданным анонсом о нашем следующем расширении карты для наших игр. Напомню, что они анонсировали штат Айдахо для American Truck Simulator и Перу для Евротрак Симулятор 2. Хотя эти две карты были объявлены раньше, чем предыдущие DLC, это не означает, что они будут выпущены раньше. Это связано с тем, что основное внимание в первой половине года будет уделено работе с технической стороны наших симуляторов. В нашем следующем запланированном обновлении 1.37 мы изменим технологию звучания, которую мы слышите, поскольку мы представляем вам новый звуковой движок F-Mod. Это позволит включить более реалистичные звуки окружающей среды, например, природу, городской транспорт и поезда, а также улучшит звучание грузовика на разных дорогах. После этого обновление 1.38 принесет новые графические улучшения, работы над освещением, активами и многим другим направляются на то, чтобы красота в нашей игре действительно могла сиять в этом году. Однако, это не единственные проекты на нашем конвейере. В настоящее время наша команда усердно работает над созданием нескольких новых грузовиков, которые мы хотели бы выпустить в будущем, а также над тюнинг-паками для существующих. Пишите в комментариях, какие думаете грузовики будут. Я считаю, что для Евротрака должна появиться Iveco S-Way. И, возможно, Ford F-Max. Для American Truck все-таки ждем Mac Anthem. Учитывая, что весь этот захватывающий контент появится в этом году, имейте в виду размер некоторых из этих проектов, который может занять больше времени, чем можно было ожидать, поскольку наша команда работает с новыми инструментами и технологиями. Обязательно следите за нашим, за блогом SCS и социальными сетями, чтобы узнать больше новостей об этих интересных обновлениях в будущем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самые свежие новости из мира Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator 2. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.